Ну что, вот вам секретная лаборатория, как и просили, вторая часть. Я правда немного офигел, когда узнал, что эту игру обновляют быстрее, чем оригинальный Containment Breach на Unity. Я даже решил проверить, что ж тут за полгода такого поменялось. Ну, из главного, то, что мне, по крайней мере, рассказывали подписчики, тут теперь, во-первых, дофига серваков русских, а не один. Во-вторых, арабского диджея больше не будет, так как изменили или, по-моему, вообще убрали вот эту систему оповещения голосового. Ну и на сладкое, из-за огромного количества серверов в чате больше никто не общается, тут у каждого свой Дискорд, ну, я думаю, те, кто в теме, понимают, о чем я говорю. Новые технологии, уже никто кнопочку не хочет нажимать для микс-спама. Я не знаю, чем тут теперь заниматься, все, понимаете, все, что было веселое в этой игре, все уничтожили. Я вот даже сейчас могу любой русский сервак вот этот, допустим, выбрать, радужный, смотрите, и, блядь, ничего тут происходить не будет. Кап-кап-кап. Плакали слез Маруси, капали, бедный. Здорово, работяги. Капали, кап, кап, капали. Макрон, прямо. Я шоп, блин. Ладно, беру свои слова назад. Вы можете убрать рубку, через которую транслировали музыку. Вы можете банить и заглушать микрофоны. Но песни, которые заливаются из вас при загрузке, отобрать что? Не сможет никто. Вот это прям по-нашему. Я, кстати, не помню, что за песни играла, какая-то народная. Вот в первой части Secret Love, вот это тру-ту-ту-ру, тру-ту-ту-ру, тру-ту-ту. Я бы ее сейчас поставил, но мне как... Ну, если бы я знал, конечно, название. Но мне кажется, меня в любом случае нахуй кикнули, потому что тут теперь, по-моему, такое не приветствуется. То есть, если полгода назад, когда эта игра только вышла, тут ебланили все, то теперь тут что-то совсем все серьезно стало. О, хлюпа нашелся, смотрите. Вот куда он делся. Он из Сталкера в Secret Lab пришел. Давайте, ребята, тащим его. Хотя я сам был этим моговцем, но меня убил Сурик 9, и мне пришлось стать хаосом. Но меня могли бы сходить, но я этого не хотел, хотя хотел. Вот куда он пропал, абсолютно точно. Я не понимаю вообще ни слова, что он говорит, но походу он рассказывает историю своего исчезновения. Таинственно. Ну главное его снова не потерять, потому что если он умрет во второй раз... Он был хорошим человеком, а почему бы это не были обиды? Натуре. Был нормальный. Шериф! Он хороший человек. Добрый, фига он вырос, кстати, за это время. И что это за игра? Блять, ёбаная хлеб, это была подстава. А! Лоу. А это тебя съело сегодня. Ну здорово, ёбаный тренинг, фишники, теперь вам все пиздец. Ос, а блядь, шёл сюда. Я батя нахуй здание, блядь. Да. Сосать, в общем. Блять, статуя пришла, все понятно. Не, походу я все-таки ошибался. Они не убрали эту рубку, но что-то они с ней сделали. Я точно помню, мне писал чувак, который пытался залезть вот в это радио и петь там шансон, но ему помешали. Но это давно, правда, было, я точно не помню деталей. Надо как-то самому-то попытаться пробраться и посмотреть, что к чему. Я пока только, как видите, наблюдать могу, потому что хитрая хлюпа, пока там жрала, заговаривала зубы, нас убили. И все теперь плохо. Блять, убивай, пожалуйста, я тут хочу побазарить. Чисто от души. Да, блядь, почему нет? Ну, хотите, я вам аптечку скину? Что ты, сука, блядь? Ебать, бригада здесь. Ебать вас тут, нахуя. Блядь. Пацаны, блядь. Я пошел, короче, в радиоэфир, вы хотите говорить, что я один. Ну, вы тут постоите, да? Ну, молодцы. Блядь, пацаны, я здесь один, тут нахуй собаки ко мне пришли, дверь ломятся, пиздец, я не знаю, что делать. Спасайте нахуй кто-нибудь меня. Вся моя команда погибла, я остался один. Эх. Возможно, это мне прощайте. Вы же ебаные. Обама, блядь. Там таймер, я понял. Там теперь таймер. Чё ты, сука, стал, а? Съебался отсюда. Съебался, сука. У, сука, убежал отсюда. Бежал отсюда. Ты чё тоже встал? Бежал, сука. У, сука. Бежал отсюда. Бедные. Я не могу в игре говорить вообще. У, сука, убежал. Нажимая на Q, у меня ничего не получилось. Пошел, сука. Пошел, сука. Че ты, блядь, а? Карточки нету, да? Вот и все, стой там нахуй.
Включи игрок. Всех хуесосит несчастного каменного тюленя. Мне этот мир слишком жесток. Смотрите на скромника. Так. Иди нахуй отсюда, пошел нахуй! По-моему, их сейчас отпиздят, не? О, долговязый уебан, смотрите, его в игру добавили. Ура, долговязый уебан. Как нам этих воплей не хватало. Кстати, за него поиграть, по-моему, можно, я правда не знаю, как. Я почему-то все время со спецназовца появлялся. Ну что, пацаны, Донбасс? Опять я сраный сватываюсь, как мне свапнуться за монстров? Я хочу бегать, убивать, а не прилетать на вертолете, получать каждый раз по морде от этих чудовищ. Тут еще какая-то странная система, за один раунд типа несколько раз возрождаешься, если тебя убили. И каждый раз блядский спецназовец. Волф, какие бы приказания, сэр? Я ебу, что ли, блядь? Первый, прикрывай, я захожу. Света шумовая! Ты что закинул? Ну, ты ебанутый, что ли? Спецназ! Ну-ка, я сейчас смотри, ходишь, спасаешь ученых, если ходишь, спасаешь дэшников, дэшники могут тебя убить. Убиваешь SCP, убиваешь SCP-939, который представляет ящерицу красную с очень острой шеей, которая может видеть все стены. Либо ты реально за мобов, потому что ты был лейтенант, который спасает ученых. Либо ты играешь за дэшников, которые должны спастись из комплекса. Либо ты играешь за ученого, который тоже должен спастись из комплекса. Либо ты играешь за хаоса, который противоположен боговцам, но который хочет спасти дэшников. Либо ты играешь за SCP-173, который ломает шеи и передвигается очень быстро, но если на него смотрит люди, он не может передвигаться. В общем, с ним надо соблюдать зрительный контакт. Если за 96-й ты скромник, то наоборот, лучше от него отворачиваться и на него не смотреть, потому что ты его задришь, он начинает беситься и начинает бежать на тебя очень быстро, а потом убивает всех людей на своем пути. Также есть старик, которого легко запереть, только если у тебя есть 5-я карточка уровня, чтобы зайти кем-то пожертвовать и спустить. Ура, наконец. Также те, SCP-106. Боже мой, пожалуйста, хватит. Я будто на лекциях сижу. Я не понимаю. Карта апгрейдить. Один к одному. Файн, точнее. Карта файн. Ты чё, блин? Ой. Просто валим быстрее. Да мне не хватит. Быстрее. Не давай, просто валим. Вперед за родину, за ДЦП контейнер бич, мы выберемся с этого блядского комплекса. Мы не будем рабами. Научные сотрудники Спарта, можно пошелестеть вас по этим по усам? У вас такие сексуальные усы. Конечно, вот. Что же палёва не секса? Хочешь проверить пупсик? Питок. Выеби его, блядь, у него пизда на голове. Блядь, пошел он нахуй быстрее. Бедного 173-го опять хуесосят, чё он им всем сделал-то? Соси, бля. Соси, тебе сказали. Закрой дверь, съёбывай. Ты хули открыл-то, бля? На него смотреть надо, слышишь, на него смотреть надо. А, и чё? Питок, смотри на него, смотри. Бля. Только смотри на него, пожалуйста! Иди сюда! А, нет, иди сюда! Прям кино, слышите? Блять, эту сука прям перед нашим носом лифт забрала. Вот, падла, мы могли спастись на лифте, вот. Блять. Я не понимаю, сфигали 49-й включал головку. Это запрещено правилами. Почему SCP включал головку? Он просто стоял и переключал головку. Мы с ученым земля ему пух. Мы успели выключить ее, а я убежал, но еще не убежал. Что, блядь?